Казахстанские спасатели вернулись из Турции. Оба эшелона благополучно выполнили свои миссии по ликвидации последствий разрушительного землетрясения в городе Газиантеп. Первый рейс со специалистами приземлился в Алматы, второй борт встречали в Астане. Министр по чрезвычайным ситуациям отметил, что всех вернувшихся представят к награде. Глава государства отметил вашу работу. Некоторые из вас будут представлены государственным наградам. Остальные будут отмечены ведомственными наградами, так что без наград никто не останется. В аэропорту спасатели также встречал чрезвычайный полномочный посол Турции в Казахстане Уфук Экиджи. Он в очередной раз поблагодарил Казахстан за оказанную поддержку. Всего сотрудники МЧС спасли 7 человек, извлекли тела 88 погибших, среди которых 10 детей. Разобрали 250 тысяч кубометров завалов. И они не сразу понимали, что их обнаружили. Ну, они, да, они были удивлены тому, что и говорили все время, что это чудо, что им, ну, что и их спасли. И даже то население, которое ждало, из, ну, ждало своих родных, они все время говорили, что это просто чудо того, что люди спустя столько дней, пробыв под завалами, были спасены.